Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня уже давно-давно хотела снять видео о летних блесках для лета. Что сказала? В общем, о блесках, в общем, о помадах на лето. Потому что я покупалась, я помню, осенью, и я прям очень-очень сильно заболела. И прям цвета, ну, заболела в смысле цветами разными. И покупала осенние. И вот сейчас пришло лето, и вот я там делаю макияж, еще что-нибудь. И как светлый какой-нибудь цвет мне приходится брать из целых палеток моих, да, или осенний. Ну, я прям чувствую, что он осенний цвет, и совсем не для этого. И хочу рассказать о своих помадах, которых я приобрела недавно, и посоветовать вам кое-что, если вы еще не приобрели себе помады. Если вам это интересная тема, оставайтесь со мной. Итак, мои хорошие, купила наконец-таки, все собиралась я выйти в магазин, все не получалось. Первое, что я зашла, это я, конечно же, зашла в Летуаль. Купила там помаду. Немного разочаровалась, скажу почему. Я купила помаду, естественно, я искала бюджетные какие-то помады, потому что в основном, в принципе, особо я ими не пользуюсь. Пользуюсь только, если я собираюсь, допустим, что-то снимать, да, тогда я крашусь, естественно, разные помады я люблю. Ну, естественно, приятно, чтобы на губах она была увлажненная, ну, в общем, приятно сидела, не только красиво. Хотела себе помаду матовую, я зашла в Летуаль. В общем, посмотрела из бюджетной, ну, то есть дорогие, я понимаю, там 2500, я думаю, нафиг она мне не нужна, эта помада, тем более, вы знаете, есть же аналоги очень хорошие. Думаю, ну, буду пробовать, ничего страшного. Зашла и взяла себе помаду Rivoli, мне сказали, что она полупрофессиональная, там был один очень красивый цвет, мне очень понравился, он был матовый. Матовые, как я теперь поняла, очень сильно сушат губы, и они абсолютно некомфортные мне. А наносить матовую помаду, а сверху увлажнять чем-то, ну, а смысл вот это вот, то-сё. Короче, вот такая вот помадка. Цвет 002, может быть, кто знает. Я сейчас сделаю сводчик, покажу вам, какого она цвета. Она очень красивого цвета. Розовенько. Сейчас она не на мне, я выбрала сегодня другой цвет. Вот такой у нее цвет. Симпатичный, в принципе, он бы мне сюда подошел. Но подсушивает губы. Опять же, когда я наносила, да, на губы, мне не очень понравилось, что сушит. Стоит она 530 рублей, это со скидкой VIP-карты. Каково было мое разочарование, когда я пришла, пошла дальше, то есть искать, думаю, еще куда-нибудь зайду, естественно, мне мало одного, мне нужно еще разные какие-то оттенки, и тоже где-то в такую цену примерно. Я захожу в Диваш. В Диваше я покупала там и тени, и тушь, помню, покупала, и много-много всего, духи какие-то там, кремы для тела, я вам показывала. И, в принципе, мне достаточно нравится, косметика такая достаточно хорошая. И я купила на те же 530 рублей, только купила 4 блеска, девочки. Отличная помада, то есть я ей сказала, говорю, мне нужно что-то матовое, чтобы не сушило губы. Она говорит, что в любом случае помады матовые, они так или иначе подсушивают немного губы. Я выбрала вот то, что сейчас у меня на губах. Это такое с персиковым отливом немножко, это Диваш. В общем, это не матовые помады, они, конечно, увлажняющие, очень хорошо увлажняют. Я вам скажу, что у них очень прекрасный запах, в отличие, кстати, от Rivoli. У всех этих помад, которые я взяла в Диваш, хорошие запахи. Я совсем уже... Я даже когда пробовала это Rivoli, такая нюхаю, говорю, блин, вот запах, конечно. Ну ладно, раз нигде нету, потому что там столько марок, представьте, да, и единственный цвет, который мне понравился. Цвет, который сейчас у меня на губах, это 3607. Он немножко в персиковый идет такой, он сам такой вот, видите, как бы бежевенький, но немножко в персик идет. Сделаю сводчик по сравнению вот с розовым, смотрите, видите, персик немножечко. Вот так вот на губах моих. Очень естественно, очень приятно. Второй, который я купила, это 3605, он похож на вот этот, который у меня, вот уже сводчик здесь есть, да? Похож, только он увлажняющий и немножко все-таки отличается. Я сейчас покажу. Немножечко темнее может быть, да, вы видите? Немножко такой понасыщенный. Вот посередине это Rivoli, а вот с краю розовый это уже вот Диваш.
В принципе, они похожи, но я решила взять, потому что все-таки увлажняющие. А дальше я взяла матовую помаду, жалко, что их немного. Это такой матовый блеск в номере 01. Вот видите, он такой, ну как бы, смотрится вроде бы не очень ярко, но он на самом деле очень яркий. И он матовый, то есть это блеск, который высыхает потом на губах. Он очень-очень красивый цвет, яркий. И я его взяла, вот видите какой? И я его взяла именно для того, чтобы когда, ну если я одеваю что-то такое, да, в общем, из одежды не очень яркое, чтобы выделить губы. И я считаю, что это более такой летний вариант, потому что у меня есть яркие цвета, но они, я считаю, все-таки не летние. Вот здесь такой, знаете, розово-персиково, ну, такой вот какой-то нежный, светлый. Я считаю, что это вообще самые отличные оттенки на лето. Ну, во всяком случае, для блондинок, для русых девушек, у кого русые волосы. И вот он сейчас уже подсыхает у нас и становится таким матовым цветом. И самое интересное, что я взяла как бы одну помаду, да, хотела брать. Мне в подарок к ней дали вторую помаду. Если вы берете там, вот сейчас акция, я не знаю до какого времени, если вы берете там от какой-то суммы, вы выбираете себе подарок и еще одну помаду. В общем, я себе в подарок взяла вот эту помаду, которую хотела, думала, ее не буду брать, потому что денег, думаю, столько много тратить не хочу. И плюс от того, что я все это взяла, мне еще дали в подарок вот такой вот блеск кис. Он бесцветный, он очень-очень kiss me, он очень вкусно пахнет, очень-очень классный запах, вот, но он бесцветный, то есть просто блеск, просто его носить. Ну, вы знаете, за 530 рублей 4 помады вместо одной, мне кажется, что это вообще круто, мне очень понравилось, очень приятно, я скорее спешу с вами поделиться, кто еще не приобрел себе блесков, не спешите заходить сразу в Литуаль и все покупать, да, пройдите в Диваж, я думаю, что там очень много, на самом деле, всяких разных цветов и акций, что очень-очень приятно, и я вам скажу, что по сравнению, допустим, с Rivoli, на губах ощущается намного-много приятнее эти помады. Вот, теперь я их все ношу с собой и, в общем, по настроению крашусь, мажусь, мне очень нравится. Вот, я хотела с вами скорее поделиться. Ну, посмотрите, как они красиво смотрятся. Мне кажется, все летние оттенки. На осень вообще, ну, как бы, не то, да? Лето. Лето. В общем, если мое видео было вам полезным, интересным, ставьте лайк. Обязательно, если вам понравились какие-то цвета, если вдруг там не запомнили, я внизу под видео напишу название и напишу номера, которые у меня. Ну, если что, вы все равно задавайте вопросы, спрашивайте, и я уточню. И также подписывайтесь на меня, кто еще не подписан. Скоро, девочки, видео по запросу, чьи еще видео не выложила. Они уже все сняты, не переживайте. Все будут. Кроме искупаться в ванне, в одежде, этого не будет. С вами была Селена Свей. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!